Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сейчас мы рассмотрим сайт, игру-приложение. Называется она Aglet, где мы бесплатно, абсолютно без вложений, получим изначально кроссовки. Значит, что тут надо делать? По большому принципу здесь просто ходишь и зарабатываешь. При этом желательно телефон, чтобы был в руках, и рукой немножечко махать. Таким образом, заработок бывает, значит, больше. Так, вот этим кроссовкам я зарабатываю. Так, а вот это вот мои кроссовки, которые я заработала. Сегодня часов 10 я зарегистрировалась, а сейчас в районе 10 часов вечера. Значит, самый первый кроссовок у меня был вот этот вот. Как видим, он самый скромный. То есть мы здесь получаем 3 аглета, вот йорнраты, за тысячу, что ли, или за 1 лиметр. Ну, что-то непонятно мне тут вот этот. Значит, за 1000 мы можем получить 40, если я правильно понимаю. Ну, короче, 5 уровень – это самые слабые. Продать мы его можем за 50, но поскольку я им уже пользовалась и ходила, продать я его на, вот у меня вот 95%, продать я его пока что не могу. Мне его надо отреставрировать. Так, вот этим кроссовком я пользуюсь. У меня здесь тоже 94%. Давайте посмотрим его данные по соотношению с тем. Так, здесь, как мы видим, Йорн Раты у меня 57. И максимальный буст у меня 912. То есть, это уже третий ранг, третий Тайгер, Тайерли, третий класс. На этом кроссовке я уже проходила 11 тысяч шагов. Ну, в принципе, вышла, погуляла, ничего такого. В принципе, сложного нету. Здесь заработок состоит в том, чтобы взять как можно подороже кроссовочек и пойти погулять. Ну, кто бегает, тот еще, наверное, будет побольше зарабатывать. Чем интенсивнее идешь и интенсивнее там рукой там немножко помахиваешь, тем лучше заработок получается. Значит, если выставлять его на рынок, на маркетплейс, то, как видим, можем продать за 8000 вот этих вот аглейтов. Значит, монеточек, да? Так, для того, чтобы зайти в этот сайт, значит, Google Play. Мы не сможем скачать это приложение, у нас в России оно не действует. Для этого нам надо будет скачать АПК. Ссылочку я оставлю в описании. Значит, как она выглядит. Переходим по ссылочке. Я его скачивать не буду, я уже несколько раз скачивала, поэтому еще раз не хочу. Значит, скачиваем приложение. Значит, телефон будет ругаться и говорить вам о том, что ну, не надо этого делать. Мы все равно его скачиваем. Давайте еще раз скачаю, что ли. Значит, идет загрузочка, скачать. Давайте скачаем. Так. Вот, как мы видим, файл может быть опасным. Ну, нажимаем кнопочку «Все равно скачать». Пошло скачивание файла. Значит, я его открывать не буду. Там надо будет, значит, зарегистрироваться. Так, давайте отсюда выйду. Зайду опять сюда. Значит, там форма регистрации простая через почту e-mail, через Google, еще через что-то, я уже не помню через что. И надо будет обязательно... там будут стрелочки, не стрелочки, а такие синие поля, там разрешить приложению на фото, на, как его называется-то,
на геолокацию. Итак, значит, надо будет давать разрешение, там будут синие поля, и надо будет просто по ним нажимать. Потом там должно быть, введите ваш, в общем, юзернейм, назовете себя, в общем, как хотите, что там хотите, значит, почту, по-моему, даже подтверждать не надо, и, ну, там обязательно надо будет вводить, как это называется-то, сейчас, реферальный код. Это для того, чтобы получить бонус 1000 аглейд. Сами вот эти 1000 аглейд вы не получите, я тоже не получила, но мне за регистрацию дали кроссовочки. Значит, вот такие вот. И были еще вторые, чуть-чуть получше, чуть-чуть это повыше. Это уже на реферальные. Я их, в принципе, уже продала, те кроссовки. Значит, как только вы зашли, вам выпадет подарок. Кстати, я вот тут уже, значит, находила. Давайте вот сюда зайдем. В общем, на 15 тысяч мне тут уже бокс упал с это, значит, с кроссовочком. Открываю этот бокс. Вот как вот будет у вас выглядеть, как вы будете получать ваши бесплатные кроссовочки. Значит, тапаем два раза по картиночке. Да, вот пошел процесс. И надо теперь его... Да, блин. Сейчас я его попробую снять. А тут он кувыркается. Так, что-то мне упало. Но это не кроссовочки, какие-то туфли. Что за туфли? Ну, вот что-то такое у меня упало. Сейчас посмотрим, что это. Так, ну, как всегда, синенькое нажимаем. Так, ну... Ну, в принципе, неплохие, да? Степень защиты 56, уровень... Ну, вот эти вот покруче были. Да. Значит, на них можно было заработать... 3 360. Я их заработала тоже, ходила когда. Так, сейчас все по порядку, ладно. Так, и посмотрим, что это себя представляет. 80 200. Ну, в принципе, не так. Как видим, продать на маркетплейсе нам предлагают, можно сразу продать за 13 тысяч этих вот аглейд монет. Это вот цена вот этого сайта. Так, ладно, продавать я пока не буду. Я там выставила одни уже на продажу. Они пока еще не продаются. Но, в принципе, одни продала, одни выставила на продажу. Так, одними я гуляю. В общем, 6 кроссовочек у меня уже есть. Так... Значит, что мы тут как получаем? Первое, значит, это у нас бесплатный подарок. А, регистрируемся. Получаем бесплатный. Первое, второе, это 1000 степс. В общем, 1000 этих... Вот этих вот монеточек внутриигровых мы получаем еще одни кроссовочки. Это как раз вот по промокоду. Изначально получаете... Одни за регистрацию, одни по промокоду. Кстати, без промокода вы здесь просто не зарегистрируетесь. Вам сайт не даст. Дальше, когда вы пройдете 2500 шагов, вы получите еще кроссовочки. Нет, вот эти, кстати, я и продала. Выставила на продажу. Нет, не могу показать. Потом 5000 еще получаете кроссовочки. 10 тысяч, 15, ну, а потом, видите, 20, 35, 50 и дальше. Значит, вот сейчас мы пока что ничего никуда стараемся. Ну, так, по мелочи можно продать. Ой. Так, хелп, что это у нас? А, это поделиться.
Так, да, инвайт-коды вот тут вот у нас берется. Это наша реферальная, вот реферальный код. Кстати, вот это вот мой код, я его оставлю внизу в описании. Может, кто и воспользуется. Ну вот, что они тут пишут, в принципе, насколько я поняла, когда человек, который зашел, например, под меня, заработает 10 тысяч вот этих вот монеточек и получит свои кроссовочки на 10 тысяч, только в том случае я получу 1000 на буст, бонус. Тогда только прилетит мне. Так что вот так вот работает реферальная здесь программа. Так, мой профиль, что тут? Тут вот есть золотые монеты, которые их покупаются. Но мы сюда заходим зарабатывать, а не тратить. Так что пока что, ну это, может, кому интересно будет. Пока что мы не будем тратить. Так, значит, по кнопочкам, значит, внизу вот эта молния, когда у нас, например, вот у меня уже наберется 20 тысяч вот этих степ, то вот где молния, вот сейчас 0 стоит, у меня будет там стоять единичка, то есть у меня туда прилетел кроссовок. Ну и так дальше. Значит, по этим, ну по этим уже ничего. По золоту вот сюда нажимаете, если это захотите покупать. Значит, вот кружочек и красная тут точечка. Это наша карта. Что нам отдает? Сейчас она отсканирует. И, может быть, даже найдет. Итак, друзья. Ну и где я тут? Ну, для того, чтобы я тут была, мне надо включить геолокацию. Давайте это сделаем. Так, я включаю геолокацию и опять. Сейчас это все дело отсканирует. Так, ну это я, это мой аватар. Кстати, при регистрации вам предложат создать ваш аватар. И как мы видим, вот эти вот чемоданчики с молниями, это наши типа призы. Ну, на карте, как я вижу, вроде бы и недалеко, да. Я попробовала пойти за ними. Короче, трындец полный. Это, оказывается, совершенно в других районах. Я столько даже и не пройду, честно. Короче, плюнула и пока не хожу. Для чего они нужны? Значит, здесь могут находиться золотые монетки, здесь могут находиться кроссовки, здесь могут находиться сами монетки Аглот. Ну, вот когда подходите, надо будет, когда будет возможность подойти вот прям вот рядышком, надо будет на него нажать. Да, тут еще есть немножечко другой вариант. Но у меня вот он не показывает. Это ремонт наших кроссовочек. Потому что кроссовки у нас стираются. Ну что, вообще ничего не видишь, что ли? Давай еще раз. Ну нет. Еще бывает значочек, там круговое движение. Это ремонт кроссовок, когда вот на него нажимаете, это ремонт кроссовок частичный, там, по-моему, на 50%. И вот у меня вот вообще даже ни разу не видела. Еще такой бывает бирюзовый значок, это ремонт кроссовок на 100%. Мне еще такой не попадалось. Ну, я, в принципе, далеко-то никуда и не ходила. Как мы видим, у меня кроссовки стерлись, и вместо 100% 94%. Так, ладно, давайте зайдем на маркет. Значит, шоп. Это вот магазин этого сайта. Это они вот все продают. Как видите, вот это новые
3100 вот этих монеточек Аглайд. Вот это вот, значит, знак защиты, это защищенность у них на 47%. К бусту прибавляет 464, значит, процента, или как ли там дается, не знаю. А, ну вот такие вот. Ну, я за 40 продавала, тогда цена была 40. Вот первый вот, как мы видим. Защита 16, бусту 40. Вот эти вот мне дали за мой, за промокод, который я вводила. Это самый простенький, но с чего-то надо начинать. Так, как видим, за 17 020 продано. Ну, так вот посмотреть, да, ну отсюда покупается. Тут вот за золото покупается. Кстати, за золото очень даже хорошо, блин, разбирают. Так, ну это вот сам шоп этого сайта. А вот теперь маркет. Это где уже люди заработали и уже выставляют свои. Тут вон тапочки есть. 3×3. Это я даже не знаю, что это такое, если честно. Так. Ну нифига себе. Вот видите, кроссовочек за 18 360. Вот такие же я выставила на продажу за 6 120. А почему-то мне до сих пор ничего не прилетело пока. Вот смотрите, какие цены. Это уже сами люди продают, выставляют. Тут за золото. В общем, если туда листать, очень много. Итак, значит, по этому проекту. Ну, вот все, что я поняла, я вот уже вроде как рассказала. А теперь вот, значит, у них тут в ближайшее время, это, так, сегодня у нас какое число? 12, да? 12. Уже 14 мая они планируют введение NFT кроссовок в игру. Как этот процесс будет происходить, не знаю. Ну, вот поэтому на сейчас, на сегодняшний момент, наша задача постараться как можно больше заработать бесплатных кроссовок. Возможно, их дальше можно будет и где-то обменять, где-то что-то сделать. Вот это что такое? Что у меня тут показывает? Ну, давай. Ничего не показывает. Ладно, бог с ним. Значит, возможность какая-то будет их либо купить и в маркете, либо в этом шопе. Я пока не знаю. Вот, информация вся в Телеграме, в Фейсбуке. Ну, у нас все заблокировано, я даже через VPN туда зайти не могу. Так что в этом плане, если у кого-то есть возможность, заходите, узнавайте. Там, это... вписывайте в поисковике Аглайд, бесплатный Move to Earn проект Аглайд. Возможно, там можно найти и поискать, и прочитать всю информацию. Ну, так, значит, когда введут NFT кроссовки в игру, благодаря которому можно будет зарабатывать уже реальные деньги. Как этот процесс будет происходить, правда, не знаю. Так, ну, в принципе, что я на сегодня смогла рассказать, я рассказала. Так, друзья, тут что за кнопочка у нас? Все на иностранном языке, блин, тяжело. Там у людей смотришь, кто-то что-то объяснит, что-то до тебя дойдет в процессе. Значит, заходим, скачиваем ПК. Так, кстати, телефон не греется, ничего такого страшного нету. Я вот сколько вот сегодня ходила, я даже близко ничего нету. Не нагружая телефон, как работал, так и работает. То есть оставляете игру в таком положении, как вот, например, сейчас есть. Тут у меня время погасания экрана 1 минута. Он гаснет, ничего страшного. Берете телефон в руки, ну и идете.
или же берете его в карман. Я, правда, не знаю, как он будет реагировать, когда в машине будете ехать и там в транспорте. В принципе, я сегодня первый день, я сегодня только чуть-чуть погуляла. Ладно, будем дальше посмотреть. Итак, друзья, профита всем, удачи, берегите себя и своих близких. Ну, наверное, пока до свидания.